когда я еще был маленьким, я спросил мать, могу ли я играть в то, что я бог. «Все мы боги», — сказала она, и дала мне ком сырой земли, которую она размягчала пальцами. «Йозеф, что бы ты сделал, если бы ты творил мир?» — спросила она. «Сотворил бы больше белых облаков?» — ответил я, недолго раздумывая. Сейчас ее образ связан для меня с землей. С землей, которую она научила меня любить и которую она сама боготворила. Ее черты смешиваются в моей памяти с твоими чертами, Ивона. Как будто вы обе, моя мать, как воспоминание более далекое, но не менее яркое, и ты в безграничном пространстве и вечности, в котором ты ждешь меня и в котором, наконец, нам будет позволено соединиться, вы обе можете слиться в одном и том же образе, в одном и том же взгляде. Как будто вы обе хотите прийти и заключить меня в это последнее земное объятие над моими смеженными веками. Вижу мой маленький дом недалеко от леса. Фигуру моего отца, ждущего меня у колодца. Его, который принял революцию в надежде, что теперь уже его народ никогда не будет гоним. Его, который был уведен и потом сгиб, остался там, когда я и моя мать уехали однажды утром из России, как многие другие беженцы, на палубе парохода, конечную цель которого мы едва представляли. Помню голубые глаза матери, большие и голубые. Ее взгляд нежный, как твой. Сколько раз мы ходили, я и она, от леса к дому и от дома к лесу, созерцая небо и вдыхая запахи леса. Дни кружились, и каждый из них обещал быть другим, прекрасным, без страха, без взросления, сохраняя светлую чистоту чувств, восторг, любовь к мелочам. Верилось, что во Франции может кончиться наш кошмар. Но было не так. Там нас ожидало нечто, чего мы не могли себе даже представить. Вновь отъезд, страдания и разлука. Сейчас меня волнует Иона. Сумел ли я все это передать нашей дочери одной только силой своей памяти? И не будет ли это тяжким бременем в ее собственной жизни, которую ей еще предстоит прожить? Но кроме нашей с тобой любви и памяти о тебе, что еще мы могли дать Мириам? Сейчас, несмотря на то, что смириться с одиночеством и с разделяющим нас расстоянием слишком больно, я понимаю, что ей было необходимо отдалиться от меня, чтобы найти в себе самой другой путь, другую форму жизни.
И если бы я мог знать, мама, что произойдет потом, я не придавал никакого значения. Я не ощущал ничего особенного. Тогда, когда мы проводили целые вечера вместе, и ты пребывала почти все время в молчании, только изредка поднимая взгляд и улыбаясь мне, слабо и грустно. Я не знал, что ты будешь рядом со мной только несколько лет. Если бы, будучи рядом с близкими людьми, знать эфемерность реальности осязания и слов, сколько вещей остаются не сделанными и не сказанными, не прочувствованными и не разделенными. Эти вечера ты всегда интересовалась происходящими событиями, как бы не желая пропустить ничего из тех новостей, передаваемых на языке, который мы едва понимали, которые спустя какое-то время привели к нашей разлуке. Всегда разлука. А теперь, перед какой могилой мне преклониться, мама, если я не знаю, где ты? Любое место может быть твоей могилой. Безымянный, как и у многих других женщин. Тех женщин, которых его настолько раз упоминала на страницах своего дневника, тех, о лицах которых она мне так часто говорила. Каждую ночь, ложась спать, я, мама, думаю, скрестился ли взгляд твоих глаз в какой-то момент со взглядом моей любимой Ивонушки. Смогла ли ты хотя бы на мгновение увидеть ее? Там не было ни дней, ни чисел, или они стирались из памяти так же быстро, как и возникали. И в эти дни мне исполнилось 15 лет. Я была среди многих детей, маленьких и испуганных, которые были оторваны от своих родителей, и на безвозрастных лицах которых начинали отпечатываться следы внутреннего старения. Мыслям там не было места. Только лишь самые первичные чувства, деформированная чувствительность, обратный отчет времени. Я думала о своей семье, о моей сестре Лее и о моих родителях, о которых ничего не знала. Когда нас всех везли туда, они верили, что это лишь временное пребывание в трудовом лагере. Но когда там мой отец увидел трубы печей и пламя, которое выходило из них, «Нас сожгут», — сказал он. Длинные шеренги людей и люди в военной форме перед ними, указывающие, куда идти, направо или налево. Я никогда больше ничего не узнала о них. Ничего. Помню, что я была очень усталой, и помню запах. Ужасный запах, от которого никуда нельзя было деться. Мы, девочки, теснились в узких бараках из красного кирпича и спали на нарах по трое, четверо и пятеро, одна на другой. В первый же день я увидела около уборных двух мертвых детей. И каждый раз я боялась снова увидеть там мертвых детей. В моей душе не было любви, потому что я была наказана за что-то,
чего я не могла понять. И я была единственной оставшейся в живых из всех моих близких. В тот день, когда нас освободили, мы вновь прошли между проволочными заграждениями. И хотя в этот раз снаружи начиналась зима, дул ветер, мы смогли поверить, что что-то похожее на надежду пришло. Я никогда не могла вообразить, что в том аду я встречу человека, который сможет обратить мою слабость в силу, порожденную признательностью, надеждой, жизнью. Я хотела бы написать кровавые строки, которые пережили бы мою личную боль, мою смерть, и смогли бы оправдать бесполезность моего маленького и безвестного существования. С того момента потребность оставить что-нибудь после себя сопровождала меня, и я начала писать эти дневники, которые оставлю Йозефу, если Богу будет угодно разлучить нас. Сейчас, по ночам, я часто просыпаюсь в слезах от мысли, что когда-нибудь сможет повториться все это, и что моей дочери придется пережить тот ужас, который нам суждено было познать. Я придумал такое время, Ивона, в котором голоса живых сливаются с голосами, более слышимыми сердцем, уже почивших. Когда я был маленьким, я хотел ездить и познавать мир, жить как во сне с открытыми глазами. Теперь я приближаюсь к тебе, пересекая театр жизни, в котором нас намеревались заточить. Думает, что время проходит, и прошлое, раны, оскорбления забываются, растворяются в пустоте времени, будто бы ничего не произошло, будто невидимая рука стирает вину одних и страдания, смирение, память других. Где обитает в нас способность защиты от забвения? Кто выжигает огненное клеймо памяти о прошлых страданиях и предчувствии будущего? Кровь тоже помнит, Ивона, должна помнить. В следующих поколениях отпечатывается в памяти все, как будто они сами перенесли все это. Что другое могу я ей оставить, Ивона? Мою память, мою совесть, уверенность, что любовь уже является поступком, не правда ли? Я думаю, что любовь должна быть этим. Спи спокойно, Ивона. Чтоб я мог продолжать разговаривать с тобой, всегда сокращая это реальное и жестокое расстояние, разделяющее нас. Я вновь вернулся в те места, которые ты так любила. Старинные еврейские кварталы Жироны, где мы однажды останавливались. Ты была беременна, и тебе нравилось заглядывать в окна. Помнишь? Ты смотрела и улыбалась, как будто ты могла увидеть намного больше, чем охватывал мой взгляд. И в самом деле... Те улицы отдались в нас холодом уже прожитого, знакомого. Там, в узких лабиринтах, где в былые времена веяло сыростью и холодом, которые нам так хорошо знакомы, сохранялось что-то. И это что-то, Ивона, срасть одиночества и камня, которое проникает в кости и в душу, истощая дух, вынужденным уединением, когда начинаешь наблюдать за лицами тех, которые обязаны были жить в обособленных зонах любого города, тех, которые должны были носить опознавательные знаки на своей одежде. Когда хочешь уйти от чего-то,
что засело очень глубоко в тебе, то кажется, что каждое движение наталкивает тебя на это же. И кажется тогда, что находишь его на каждом шагу. Или что оно пришло к тебе случайно. «Йозеф», — говорила ты, — «ты заметил все эти замурованные камнем окна?» И мы вглядывались в следы жизни тех, кто был исторгнут отсюда. Я помню тебя в парке, рассеянный и счастливый, похожий на молодую новобрачную, полную целомудрия, трепетности, созерцающую себя в воде фонтана. В этих местах мне тоже хотелось бы плакать, Йозеф. Плакать, как дождь, который впитывается землей, оставляя прозрачными и светлыми очертания вещей. Потому что здесь тоже была разрушена семья. Камень упал рядом с другим, с тем же стоном, которого никто не захотел услышать, потому что он звучал слишком далеким и чужим. Почему ты вспомнила легенду о Роланде во время нашей прогулки? «Большая любовь — это та любовь, которая продолжается и после смерти», — сказала ты мне в тот вечер. Ты читала легенду, будучи девочкой, и не знала, почему она произвела на тебя такое сильное впечатление. В ней есть что-то от отроческой наивности, которая сохраняется где-то в глубине души, и с годами становится понятно, Ивона. Теперь я это знаю. Жил в Ломбардии король по имени Дидье, у которого была дочь Роланда, которую он хотел обручить с Агером, таким же подростком, как и она. Роланда не хотела противиться воле любимого ею отца, но она уже дала себе обет вести отшельническую жизнь духовного уединения, которая была несовместима с пожеланием ее отца. Однажды ночью она убежала в лес, думая, что там ее никто не найдет. Агер узнал о ее бегстве от ее служанки и поспешил следом за Роландой. Но не желая мешать ей, он, оставаясь незамеченным, расположился на противоположном берегу реки, которая разделяла лес на две части. Роланда построила хижину на одном берегу реки, а он соорудил свою на другом и пребывал всегда в молчании, молясь, когда молилась она, и оберегая ее сон, когда Роланда спала. Роланда умерла раньше, чем Агер. Ее голова покоилась на камне, который служил ей одновременно алтарем и ложем. Крестьяне похоронили ее в лесу под тенью тонких берез. Огер пережил ее на несколько лет, живя в одиночестве в хижине, как жил все эти годы, грустя днями и ночами по ней и оберегая ее глубокий сон. Когда Агер умер, крестьяне подумали, что могли бы предать его земле в той же могиле, которую вырыли для Роланды. Раскопав могилу, крестьяне стали свидетелями чуда, потрясшего их. Роланда из своего вечного земляного ложа открывала медленно объятия, чтоб принять, наконец, любимого.
писать тебе, Ивона. Знал, что должен дать тебе лучшее во мне. То, что ты от меня ждешь. Каждый день, начиная с момента пробуждения, знаю, что впечатления каждого моего мгновения обращены к тебе, что тебе посвящены каждое мое слово, каждый мой жест, каждая минута молчания. Думал позвать тебя, но откуда? Остановить время, чтобы приблизиться к тебе. Остановить время. Значит, раствориться в твоем образе. Совместить мое лицо с твоим лицом. Заснуть в твоих объятиях. Я говорил с тобой, любовь моя, потому что знаю, что ты внимаешь мне. Там, в этом бесконечно неподвижном и светлом. Ты слушаешь меня, вбирая мои слова, чтобы сократить это расстояние, которое разделяет наши тела. Я говорю с тобой, любовь моя, и ты внимаешь мне. Ты существуешь со мной в те минуты кошмаров, которые посещают меня по ночам, чтобы ударять по незаживающей ране, нанесенной мне твоим уходом. Почему я не ушел тогда с тобой, Ивона? Для чего существует это расстояние между нами, заставляющее, чтобы наша жизнь длилась в этом бесконечном неслучании голосов? Твоего голоса. Мучительна боль от созерцания твоего облика. Я возрождаю. Я зажигаю зеркало страдания, чтобы увидеть тебя. Но зеркало не освещается изнутри. И оно отражает весь лицо, уставшие вглядываться само в себя. И только лишь, когда я обращаюсь к тебе, Ивона, что-то теплое и легкое вселяется в меня. Уверенность, что ты покоишься. Уверенность в нашем грядущем объятии. Ты помнишь ее, Ивона? Мириам, девочкой, рисующую лицо твое как-то вечером, заполняющую синим цветом твой лоб. Мириам, засыпающую на твоих коленях, объятую дремотой, спрашивающую, могут ли собаки видеть сны, есть ли у животных душа. Ты помнишь, как она была счастлива в тот день, когда я пришел домой в Сыцво? По ночам она не могла спать, вставала, чтобы посмотреть на него, узнать, не скулит ли он, выпил ли он молоко, которое мы оставляли под кухонным столом. Она постепенно делалась более общительной, улыбчивой, и кривой, и веселой. Она почти никогда не расспрашивала потом о своем детстве, не правда ли? Зато она хотела знать о нашем детстве. Смотрела старые фотографии, сравнивала черты. Когда ты нас покинула, Ивона, я подумал, что она не сможет удержаться за жизнь. Это было существо, которое уходило,
молчаливые и отсутствующие, с распахнутым взглядом отделенности от всего. Существо, думал я, не предназначенное для жизни на этом свете, вздыхающее всегда о чем-то запредельном, тоскующее по запредельному. Существо, остро чувствующее свое сиротство и молящее о нежности и защищенности. Одно из тех, которые знают о своей исключительности, которые очень рано берут на себя внутреннюю ответственность, для которой ни тела, ни души их еще не подготовлены. Что-то превышающее их силы и душащее их, но к чему они чувствуют себя призванными. Я благодарен судьбе, что она такая, и не хотел бы, чтобы она стала другой, несмотря ни на что. Ce que tu m'as transmis ne pouvait mourir en moi comme si j'étais le dépositaire de tes reliques. Il m'a fallu écarter tes souvenirs pour trouver par moi-même cette expression qui pourrait le mieux s'adapter à ma façon sensible à te recevoir le monde, à ma réponse. Enfant, j'avais ce sentiment d'une vie trop courte qui s'éteignait, qui consommait un souffle important de force précieuse, comme si quelque chose dans notre vie était insuffisant pour contenir toute cette mémoire. Depuis mon départ à Paris, j'ai compris bien des choses que tu as dû ressentir. Ton enfance austère et mon indolence, le poids de ta mémoire que tu as toujours porté tel un être vivant, très fragile, que tu as comblé d'attention. La machination que l'histoire a tissée pour te dérober à tes parents, que je n'ai même pas pu connaître. La solitude où t'a plongé la maladie que maman avait attrapée, compte de concentration et dont tu n'as pu la sauver. Puis cette immense solitude, quand elle nous a quittés, au milieu de terribles douleurs qui te lacéraient, car nous ne pouvions être que de simples spectateurs de cette horreur en attendant la fin. Moi aussi je souffre de solitude quand je ne parviens pas à m'identifier au personnage que je commence à interpréter. J'ai trouvé dans le théâtre, papa, dans l'art, un monde qui dépasse sûrement tout autre présent que j'ai connu jusqu'à maintenant. Le même besoin profond qui te pousse, toi, à immortaliser le souvenir de maman et à m'écrire, me pousse, moi, à prolonger dans ma voix et dans mes gestes un instant d'une magie sensible, d'abandon, ce moment où un sentiment peut se prolonger tout en maintenant son existence dans l'action.
жизнь длится и перевоплощается в нашу новую встречу с тобой. Это путь к свету, Илона, несмотря на то, что я ничего не вижу. Мое ощущение времени претерпевает легкие и медленные изменения. Как будто бы я удаляюсь от того образа, от того момента, который стал началом нашей разлуки, который я сохранил. Помнишь? Помнишь тот вечер, когда ты обратилась ко мне в полголоса? Приподнялась, чтобы приблизиться к дивану, и вдруг осела. Как будто бы сон или смертельная усталость вдруг одолели тебя. Я думал, что твоя малоподвижность была следствием тяжелой усталости. Но потом оказалось, что это вновь была болезнь, принявшая форму тяжелой усталости. В тот момент, когда я приблизился к тебе, ты улыбнулась, не открывая глаз, и прошептала, что носишь меня с собой, что дышишь для того, чтобы запастись воздухом, который вдохнешь в меня, когда я наконец достигну тебя. Ты уже знала, уже чувствовала, что что-то в тебе уходило, удалялось. Как будто бы кто-то открыл окно, через которое ты ускользала, увозимая ледяной каретой, которая немедленно забывала обратный путь. Теперь ухожу я, Илона. Ухожу. Понемногу. Шаг за шагом. Чтобы встретиться с тобой. Мама, тебе не пришлось увидеть страдания твоего народа, которые последовали после твоей смерти, когда ты, наверное, думала, что они уже близятся к концу. В тебе всегда присутствовала характерная черта нашего народа — способность не терять последнюю надежду. С думой и в ожидании которой погибло столько миллионов людей, тех, которых не расстреляли, не обезглавили, отправили в газовые камеры, как печальных и покорных животных, шеренгами. Голые, многие обритые, внимающие и желающие верить в то, что повторял за их спинами чей-то голос. Не бойтесь, дышите глубоко, так вы укрепите легкие. Это способ предотвратить заразные болезни, дезинфицирующие средства. Пока шеренги людей подходили к дверям так называемых душевых, на которых можно было увидеть нарисованный блестящей краской Красный Крест. Немцам нравилась театрализация, и они умели ею пользоваться. Они отпечатали открытки и заставляли многих женщин и мужчин писать фразы вроде «У меня все в порядке, здоров и работаю». В течение многих лет я мысленно представлял себе всевозможные способы, какими они могли покончить с твоей жизнью, мама. И ни одна из этих картин не исчезает и не притупляется со временем. Тебе обрели голову, как множество женщин, которые пребывали в лагеря со своими маленькими детьми в руках, и которые видели, как их детей зверски убивали
оставили тебя, бросится вниз. Писали, что евреи, в отличие от христиан, никогда не верили в то, что дьявол может принять человеческий облик. Но это произошло. Почему после войны наш народ продолжал пребывать в гетто или в лагерях, рассеянных по свету, терпя тяжкие оскорбления, неприятия и убийства, потому что никто не хотел принять нас? Мама, как я тоскую по тебе. Января 7. Йозеф зашел сегодня утром в мою комнату перед тем, как идти в университет. Он принес мне цветы из сада и поставил их на ночной столик рядом с моими вещами. Этой ночью у меня вновь начала болеть грудь, и я смотрела на свою руку, как на что-то постороннее, которое безжизненно отдыхало поверх простыни и не могло двигаться. Если завтра мне будет лучше, мы пойдем на концерт.
музыка сейчас так наполняет меня. Tu sais, papa, je suis si heureuse maintenant et j'ai tant à apprendre encore. Dans quelques jours, ce sera la première d'une des pièces qui m'ont le plus fascinée parmi celles où j'ai joué. Et cette fois, j'ai un premier rôle, très beau. Dernièrement, je me demandais si c'était vraiment là mon chemin. Et j'avais décidé de prendre du recul, de partir quelque part où je pourrais me retrouver seule pour réfléchir et interrompre momentanément mes études. Et alors, papa, comme si quelqu'un avait entendu mes doutes, l'adaptation d'une petite légende m'est tombée dans les mains. Je ne sais pas si c'est là mon chemin, mais je suis vraiment heureuse d'essayer tous les jours, chaque seconde, avec tout mon amour. Вдыхать жизнь во все мое благоухание, быть маленькой, с такой четкостью вспоминать ушедшие мгновения, которые сейчас наполняются яркостью, запахом, вкусовыми ощущениями и улыбкой. Вчера мы с Йозефом вышли в сад, чтобы посмотреть на дождь. На дереве сидел дятел. Мы говорили очень тихо, как если мы были молодыми, и кто-нибудь мог нас подслушать. Мы гуляли, пока небо прояснялось, и появлялись первые звезды. На обратном пути мы любовали зажигающимися огнями, чудесным вечерним освещением долины. Я очень люблю жизнь. Люблю ее с огромной благодарностью, без притязаний, без нетерпения и обид, не тая в себе даже намека на грусть. Нельзя изменить маленькой судьбы. Можно изменить мир и те человеческие законы, которые убивают живые чувства. Это можно было бы изменить желанием, сознанием и действием. Я только изредка прихожу в отчаяние от физической боли, которая подтачивает меня и разрушает мои силы и восприятие жизни. Сегодня вечером мы с Мирьям играли в загадки. Если бы я была волшебницей, я бы знала то, чего ты не хочешь мне рассказать. Или если бы я была невидимкой. По-твоему, что это, что я не желаю тебе рассказать? Спросила я ее. Когда у меня будет брат, с которым я смогу играть, ответила она. Я знаю, что она мечтает о товарище в своей тихой жизни. И это верно. Что я не могу сказать ей, почему ее мать не может больше иметь детей, хотя я должна была бы объяснить ей это. Я бы не хотела, чтобы она чувствовала себя такой одинокой. А что я оставляю ей? Те маленькие вещи, с которыми она любит играть, мои воспоминания о детстве, отсутствие смеха, которые у меня отняли и от чего страдала именно она.
спокойно текущая вода несет в каждой своей частице свой цельный образ. Человеческая жизнь одинокая и беззащитная сохраняет памятью крови цельность и полноту всех жизней. Мам, если бы ты могла поговорить с ней из глубины, очень издалека, Ивона обращает ко мне свое лицо, чтобы позвать меня. Ивона, мы вновь увидим свет, когда наши руки встретятся. Кажется, что единственно смерть позволит нам жить, что только тогда нам позволят жить, когда земля покроет мое тело, уже близкое к кончине. Земля, возвращающаяся к земле, в твоих руках. Хотя познать любовь означает невозможность познать уже смысл смерти. И это служит мне утешением. Уйти от мира, как мертвый ребенок, душа которого возносится, выходя из своей нежной оболочки, как бабочка, выражающая в своем беспокойном движении крылышек страсть жизни, надежду. Laisse-moi. Laisse-moi. Je veux traverser les eaux de ce fleuve. Laisse-moi. Laisse-moi partir. Empêche-moi de partir.
уже приближаюсь к тебе, любовь моя. К той стороне Карпентроса, где ты ждешь меня. Я приближаюсь к тебе, и мое чувство растет по мере приближения. Я уже приближаюсь. С каждым разом я все ближе к твоим холодным губам. Как долго ты ждала меня, любовь моя? Это, наверное, и есть отделиться от тела Ивона. Этот свет. Именно такой я воображал тебя всегда, жизнь моя. Ты уже не одна моя, Ивонушка. Le temps n'existe plus lorsque l'émotion et une partie de la réalité présente se rencontrent. Le fil ardent qui est toujours tendu entre présent et souvenir, entre vie et éternité, qui peuple les vides laissées par les êtres absents, tout en les prolongeant, je le sens en mouvement autour de moi. Ils m'ont laissé la blessure de savoir qu'un désir auquel il a fallu consacrer tant d'années d'une vie peut être détruit et annulé par la haine de ceux qui prétendent connaître l'histoire sans même l'avoir souffert dans leur chair. Je me trouvais au théâtre lorsque mon père est mort et il m'a laissé une lettre inachevée où il essayait de m'expliquer pourquoi, après tant de temps, je pouvais maintenant lire le journal de maman. Pourquoi il ne m'avait rien dit de sa décrépitude physique? Pourquoi il ne m'avait pas fait appeler à s'écouter aux derniers instants de sa vie? Souviens-toi de moi quand tu m'as vu la dernière fois. Pas autrement, écrivit-il. Une sensation douloureuse engendrée par un petit mal physique peut toujours être surpassée par une autre beaucoup plus intense, celle qui ne se voit pas et avec qui on doit vivre jusqu'à la fin, la mémoire. L'ordre intérieur des images, des sentiments et des formes.
Ne pas pleurer, Myriam. Je ne t'abandonne pas. Je lisais un monologue magnifique lorsque mon père s'éteignait. Parce que la vie lui échappait et sa mort allait être humiliée dans son repos, quelques jours après son enterrement. Ce n'est pas suffisant. Ce que je fais n'est pas suffisant. Et je me le suis demandé tant de fois, dans l'espoir de trouver une voix qui me répondrait et qui ferait naître en moi cette fermeté intérieure dont j'ai manqué jusqu'à présent. L'interprétation consomme mes forces et m'exalte. Elle me comble et me satisfait profondément. Et je n'avais jamais connu cette satisfaction auparavant. Bien que quelque chose me dise que ce n'est pas simplement là qu'on la trouve, que ce doit être quelque chose de plus spirituel, plus haut. Une pensée qui commence à peine à prendre forme dans mon cœur et qui a beaucoup à voir avec le besoin que je ressens de remettre les choses en place, non seulement dans ma vie créative, mais dans un autre ordre de choses. Mais dans quel ordre de choses? Je ne peux pas accepter les choses telles qu'elles sont et ont toujours été. Et jusqu'à présent, je n'avais pas éprouvé cette révolte qui avance et gagne du terrain sur la sérénité et le chagrin que j'avais au départ. Où se trouve l'action qui puisse effacer et remettre les pièces en place et pour laquelle peu m'importe l'effort, ni le temps, ni la cicatrice de mon visage devant le miroir? Welcher wird sein dein Schicksal, mein Kind? Aber ich weiß, dass du es noch allein wirst zu dort leben und wirst nicht sein allein in deinem menschlichen Leben kommen. Hab Meude, sei dein Suche in Zukunft, mit dein Leiden in deine Ewigkeit. Was kann sein mit uns Erfolg? Ständig wird sein, mein Josele, was soll nur geschehen? Menschen, was viel und oben verleumen, Menschen, was kämpfen für ein Gedanken und für ein Blut. Far leben und far do ser, far un recht zu oben a Platz, a Himmel, dos recht zu lieben und starben, ungläubig.